В своей жизни, на своем пути мы порой встречаем множество дверей, которые нам очень хочется открыть. И мы знаем, что их открыть правильно, но почему-то они не поддаются. Множество дверей в самых разных сферах. Дверь между людьми, испорченные отношения, разрушенные отношения, которые люди пытаются восстановить, а не получается. Пытаются открыть эту дверь, а она не открывается. Есть ключи от закрытых дверей. И в конце нашего размышления, друзья, вы четко будете знать, что это за ключи, что они представляют собой. Но перед тем, как мы вообще придем к этому пониманию, что такое ключи от закрытых дверей, мы с вами вначале поразмышляем о самой большой двери, которая вообще существовала во все века. Вы не думали, почему пост так действенен в Новом Завете? Почему принцип поста действенный? Когда ты просто молишься или когда ты там день не поел? Ну подумаешь, день не поел. Что это вообще, как это влияет на духовный мир? Напрямую влияет. Ты день не поел, это жертва. Признайся, в этом заключается жертва. Примирись, признай свои ошибки. Признай как бы свою неправоту. И тогда двери открываются. Тогда двери открываются. Друзья, от того, что его душа, вот эти три дня, она была просто, ее в ад, утопили в ад, до самого дна, так сказать. И быть там, в этом состоянии, и вообще ощутить вот этот груз грехов, этой вины и наказания за эти грехи, это очень тяжело.